новый завет получит. Спасибо. В 3:30 в клубе поговорить о душе, о Боге, о Христе, о церкви. Спасибо. Чтобы люди знали больше. Спасибо. Мы каждое воскресенье о душе. У нас вот плохо, что церкви нет. Ну, поговорим об этом. Вот так бы иногда и сходили. Все, поговорим. Пожалуйста. Иногда вот нам, старикам, что, пошел бы и сходил. После молодежь хоть водку пьют, а мы и водку не пьем. Девки, что нам делать? Сидим под баром, да и все. Я положу его. Да. Сегодня 3:30, православные христиане. А, мы знаем. Спасибо большое, мы верующие люди. Хорошо. Спасибо большое. Мы благодарны искренне. Спасибо. Хорошо, хорошо. Понятно. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Нету, дальше. Мама Старая Ивановна, православная христианка. У нас сегодня Святой Евангелие. Есть. А вот тут как раз говорится, что в вашей библиотеке будут 38 моих книг. Я как автор дарю им. Все книги православные. Многие вопросы отвечают. Это ваши книги личные, да? Да, лично мои, я как автор. Ну, прочитаю. Так, а вы не ходите в интернет? Ходите, да? Мы вам подарим огромный наш православный сайт. У нас не просто сайт, а так называемый суперсайт. Начитанное там 50 книг аудио, Библия, 12 томов Иоанна Златоуста. Да когда же читать, мои ты хорошие? Хоть бы Библию осилите. Сейчас я вам дам сайт, и вы в ближайшее же время войдете, и там форум. Зарегистрируйся на форуме, требуется 5 минут. И мы можем разговаривать. Вот видите, сайт наш, мои телефоны, а это я веду занятия зимой в университете, я готов. Ну попробуем. Ну вы не выйдете просто так оттуда. Там тысячи фотографий, фильмы. Она снятые фильмы, заняла первое место на международном киноконкурсе. И они там помещены. Правда? Мы недалеко от вас, Мамовский район, тут 100 километров. Мы каждое воскресенье едем, вот были в Былково, Гришинска, Корчина, там мы все уже объехали. Все, приходите. 3:30 сегодня. Хорошо. Храни вас Господь. До свидания. Спасибо вас тоже. До свидания.